hari hari kape morabe hinodi
Every one of the kirtans of Srila Bhaktivinoda Thakur is a priceless treasure. Каждый из киртанов Бхактивинода Такура является бесценным сокровищем. Srila Bhaktivinoda Thakur is sitting in his bhajan kutir in Godroom. Srila Bhaktivinoda Thakur находится в своем bhajan kutire в Godroom. From the core of his heart, he's calling Hari Hari. И из глубины своего сердца он называет Хари, Хари. О, Кришна, о, you have appeared as Gaura Hari in a golden complexion. О, Кришна, ты явился как Гаура Хари, у тебя золотой цвет тела. When will that fortunate day be mine? Когда же этот день станет моим удачливым днем? Bimala Vaishnave Ratupajive, that I'll be in my heart very much attached to a pure devotee. Когда я стану очень привязанным к чистому преданному. And what will be the result? Каковым будет результат? Basana huibekshim. Basana means desires. Basana huibekshim. Basana означает желание. But it specifically means that as are the sanskars, so are the vasanas. Но в частности это означает, как есть ади самскара, есть ади васаны тоже. From many lifetimes of sense gratification in this world,
Our chitta is filled with many samskaras impressions. Наша читта наводнена множеством самскар от получения от накопления опыта, от наслаждения материального в этом мире. Of the bodily concept of life. От телесной концепции жизни. And these impressions they come into our conscious mind. Эти впечатления, они приходят в наш сознательный ум. So they are the vasanas, desires. Это и есть эти васаны, эти желания. If you are not happy, если вы несчастливы, then you have to know the cause. То вам следует знать причину этого несчастья. Because you are maintaining worldly desires. Это все потому, что вы держитесь за материальные желания. The chitta by nature is sattvic. Читта по своей природе она сатвична. Bright. И она сияющая. And the, when the chitta is bright, then the soul is joyful. Brahma Bhuta Prasanatva. Читта сияет. Когда она ясная, то тогда душа радуется. На сочити, no lamentation, на конште, no hankering. Не испытывает никаких ни желаний, никакой скорби, никаких страданий. So we make the mistake of thinking, I am not feeling happy because I don't have something. Но мы совершаем ошибку такого умозаключения: я несчастлив, потому что у меня чего-то нет. But the truth is, I am not feeling happy because I have the desire to have something. Но истина заключается в том, что мы не испытываем счастья, потому что в нас живет желание наслаждаться чем-то. You have to learn from Pingala, the prostitute. Надо брать урок у Пингалы. She was waiting for a client. Она ждала клиента, была она была проституткой и ждала клиента. Every time a man walked past, she was approaching. She said, "Now I'll get a client." Она стояла и так жаждала, ждала своего клиента. И каждый раз, когда мужчина какой-то проходил, она думала: вот мой клиент. And when she walked past, oh, it was so painful. Но когда он проходил мимо нее, это было настолько болезненно. So this happened again and again. И так происходило снова и снова. And after some time, she became hopeless. So, I will not have any clients. Но через какое-то время она оставила всю надежду. Не будет у меня сегодня встречи с клиентом. And then, when she saw anyone coming, she was not hankering. And when they walked by, she was not lamenting. И когда она. На сочити, на конщити. И после того, как она вот это чувство в сердце испытала. Признала, что не будет у нее сегодня наслаждения, то те, кто проходили мимо, она уже и не возлагала на них надежды и уже не скорбела. So asha hi parmam dukam nirasam parmam sukam. To have a desire is a state of suffering. And to become hopeless is great happiness. Иметь желание – это уже само по себе состояние страдания, а стать не иметь никаких желаний, стать потерять надежду – это состояние счастья. So, if we are not feeling overjoyed, why? It means, oh, we are being strangled by so many worldly desires. Если мы не испытываем радости, легкости сердца, это означает, что нас душат многие материальные желания. And if these desires will not strangle you anymore, you can breathe and you become joyful. И как только эти желания не отступят от нас, мы станем радостными и счастливыми. So, how can we stop this flow of vasanas coming into the mind always? Как остановить этот поток постоянно идущих васан? We cannot. Мы не можем. But его остановить. If we have attachment for a pure Vaishnava and we try to dedicate our life to the serving. Да, если мы привязаны к лотосным стопам чистого Вайшнавы и стараемся положить свою жизнь на служение ему. Then the chitta becomes steady. Тогда читта становится стабильной, стир. And see Krishna himself is so pleased by service to the Vaishnava that he comes and puts his lotus feet boom on the heart and no more desires can manifest. И сам Шри Кришна, он испытывает огромную радость, когда он видит, как преданные, как он служит чистому Вайшнаву, как он совершает это служение, все этому служению отдает. И тогда он приходит в сердце такого Вайшнава, ставит свою стопу ему на сердце, и больше никакие материальные желания не могут пробраться. So Srila Bhaktivinoda Thakur is leading us in this prayer. Oh Mahaprabhu, when will that day be mine? When really I will be attached to a pure Vaishnava and all my vasanas, desires will gradually diminish down to zero. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он молится Шри Чайтанья Махапрабху, когда же этот день наступит, когда я привяжусь очень сильным образом к чистому Вайшнаву, и когда все эти васаны, которые душат меня, когда они полностью отступят. Антар бахири самавьявахаро
Amani Manadaha Vo. When Antara Bahire, inside and outside, I'll be the same. Когда же Антара Бахира, когда и внутри, и снаружи, я стану одинаковым. When there are worldly desires, then a person becomes duplicitous. Когда в человеке живут материальные желания, он становится таким извилистым, изворотливым, лицемерным. And inwardly they think one thing, and outwardly they show something else. В сердце у человека одни мысли, а снаружи он ведет себя по-другому. So it's a very great stress to be a pretender. Это большой стресс быть притворщиком. Because you can be found out and discovered at any moment. Потому что тебя в любое мгновение могут раскусить. So it's if a person can be honest and straightforward, then their heart is very peaceful and undisturbed. Если человек он сумеет быть прямолинейным, открытым, простым, то тогда сердце его будет спокойным, удовлетворенным. So especially have to be very careful. Not to be in the name of preaching to inappropriately associate with the opposite sex. В частности, нам надо быть очень осторожными, внимательно следить за тем, чтобы под эгидой проповеди мы не начинали общаться с противоположным полом свое удовольствие. That means outwardly one is saying, "Oh, I am serving Chaitanya Mahaprabhu," but inside one is using this for an excuse for lust. Это означает, что человек он может внешне языком проговаривать, я служу Чайтанья Махапрабху, но внутри на самом деле у него просто живет вожделение и похоть. So try to observe all etiquette. И тогда он просто имя Махапрабху использует в своих целях, поэтому старайтесь соблюдать этикет. Because as soon as there is the undisciplined mixing between males and females, then the minds of the females become completely unsteady and they're engaged in constant psychological manipulation of everyone. Потому что старайтесь внимательно за этим следить, потому что когда мужчина и женщина без всякой дисциплины, фривольно, свободно начинают общаться, тогда у женщины ум, он начинает заводиться на эту тему, и получается такая буча, в которой принимают участие все уже. And everything becomes a drama. И все превращается not в драму. Dramas. Не такие, как у Давакара. А драмы не такие, как у Давакара. And also the men, if they associate too closely, then they lose their gravity and become frivolous. Мужчина тоже, если он близко с женщиной общается, то он теряет свою серьезность, свою глубину и начинает себя тоже как фривольно вести. And then no one can do bhajan. И все, тогда атмосфера портится, никто бхаджан уже совершать не может. So Srila Bhaktivinoda Thakur is praying, when will I be very simple inside and out, sincere in this path of bhakti? And not pretender. И Шрила Бхактивинода Такур молится, когда же я стану таким простосердечным и буду просто совершать бхакти без then, всяческих желаний. Амани мана нахабу. Then I will be free from pride and give respect to others. Тогда я буду лишен гордыни и буду выказывать почтение, уважение другим. Why? Почему? Because the bodily conception will go away. Потому что телесное отождествление уйдет. Have you realized that you are not this body? Вы осознали уже, что вы не это тело? Have you realized that others are also not their bodies? Вы осознали, что другие тоже не эти тела? So when the chitta becomes very steady, we can realize this. Но когда чита становится стабильной, то мы можем осознать эти вещи. Йомам пассати сарватра сарвам чапмай пассати тасяхам на пранасями сачамнейна пранасати. Then one will see only the Sri Krishna everywhere. Тогда человек, у которого стабильное сознание, он будет видеть только Кришну повсюду. At least at first, one will understand that all the forms of this world, there's only one form, Viratrup, Paramatma. По меньшей мере, человек придет к осознанию того, что все формы этого мира представляют собой Виратрупу, Параматму. Then there's no danger, there's no duality, no fear at all. Тогда человек познает, что нечего бояться, нечего страшиться, нет никакой двойственности. There's no threat of anything. Нет опасности ни в чем. And it is very clear.
My only business is Krishna Smaran. Для меня все ясно. Моя единственная деятельность это Кришна Смаран. One can respect everyone. Why? Jive Saman Dibe Jani Krishna Adhisthan. Seeing that Krishna is residing in the heart of everyone, we respect all beings. Человеку станет просто уважать всех и каждого, потому что он осознает, что Кришна живет в сердце каждого существа. So then Krishna Sankirtane, Sri Krishna Smarane, Satadamaji Rabo, then I will remain continuously absorbed in Krishna Smaran, which is arising naturally from Krishna Kirtan. И тогда я постоянно буду погружен в Кришна Смаран, памятование Кришны, которое спонтанным образом будет проявляться от Кришны Киртана, от воспевания имен Кришны. Srila Bhaktivinoda Thakur has given in song form, in 8 songs, the description of the pastimes of Radha Krishna in the 8 portions of the day. Шрила Бхактивинода Такур написал 8 песен, которые в 8 частей дня. В Баджан Рахасе эти стихи приводятся, эти песни приводятся, 8 частей дней, частей дня, и каждый из них Радха Кришна совершает свои дела. So when will that day come? My heart is fully steady. And from morning to night, remembering Krishna's pastimes from morning to night. И когда же мое сердце станет полностью спокойным, стабильным, и тогда с утра и до вечера я смогу памятовать лилы Кришны. And all the noise and apparent chaos of the world is just very far away. И весь шум, весь хаос этого мира будет отстоять от меня очень далеко. It should not. The so-called troubles of the world it should not enter my ears. Так называемые проблемы, они даже не должны проникать в мои уши. So then, now in the next line, he's expanding on this more. И в следующей линии Шрила Бхактивинода Такур он больше об этом начинает говорить. Эй, дейхара крия абьяса корибо живана джапана лаги. The maintenance of my body should simply go on by habit. Поддержание моего тела должно идти само собой по привычке. So that my consciousness can be fully given to the Харинам. Так чтобы мое сознание было полностью посвящено в Харинам. So абьясе, абьяс, only practice. Абьясе, только практика. Habit. Привычка. Снарна дарашана боджам дея свабхавай кумарея чакарьена сатата фирей. Like the example of Mahaprabhu in Puri. If a potter will spin a wheel, once the potter's wheel is spinning, then he has two hands free to make his pot. So in the same way, Mahaprabhu is rising, bathing, eating, going to the temple, coming back. It was just like the turning of the potter's wheel. It was going on by itself. It was Deha Swabhav. The body acting according to its habit or samskaras, abhyas. Подобно тому, как Шри Чайтанья Махапрабху дал пример в Джаганнатхапуре, он говорил о том, что если горшечник, он начинает раскручивать свой этот горшечный, этот круг, это колесо вращать, то тогда, гончарный круг, то тогда у гончара две руки высвобождаются для того, чтобы делать форму горшку. И подобным же образом Шри Чайтанья Махапрабху в Джаганнатхапуре, он так жил, он просыпался, он принимал омовение, он шел в храм Господа Джаганнатхи. Таким образом вся его жизнь она была подобна вот этому вращающемуся кругу горшечника. Don't think. Это было Деха Сваба входит. Don't think that, oh, as you are feeling now, as you are behaving, and your characteristics now, that you'll be exactly like that, but you will realize Krishna. No, our entire awareness, where we are now, this will have to change and go through the stages described by Srila Bhaktivinoda Thakur in this song, until our daily activities are going on just like abhyas, out of habit, and internally we are fully absorbed. Не думайте, что то, какое я сейчас есть, мой характер, мои привычки, что все это так и останется. Нет, подобно тому, как Шрила Бхактивинода Такур в этой самой песне, он говорит о том, что вся наша природа полностью поменяется, и вся деятельность, которую мы совершаем, наша обычная деятельность, она будет происходить абьяс по привычке, и только при такой трансформации мы станем свободными, для того, чтобы осознать Верховного Господа. That is the actual detachment, renunciation. В этом заключается подлинное отречение. So, Sri Krishna Bhajane Anukula Jaha Tahi Abhe Anuragi. When will I have
anurag, intense eagerness for Krishna bhajan. Когда же во мне проявится? And everything which is favorable for that. Анурага, когда же во мне проявится анурага, страстное желание к служению Шри Кришне и ко всему тому, что благоприятствует этому? Bhajanaya jaha pratikulataha vidabhave tyagiho. When with a firm, unflinching determination will I neglect whatever is unfavorable for bhajan? Когда же с твердой, нерушимой убежденностью оставлю все то, что является неблагоприятным для моего бхаджана? And now it gets very real. Bhajite samay asile eido charya divo. And when doing bhajan in this way, the time will come that I will give up this body. Теперь переходим к реальным вещам. А когда же время моего бхаджана пройдет и наступит то мгновение, когда я должен буду оставить это тело? Hello, newsflash, you're all going to die. Алло, новостная. Ссылка на новостей. Все помрут. So you cannot play in the sandbox. Лента новостей, то есть. For your whole life. At some point, we have to become mature in bhajan. Поэтому не надо играться в игрушки, а надо помнить о том, что на какой-то момент нашей жизни нам придется стать зрелыми и совершать серьезный бхаджан Кришне. So Srila Bhaktivinoda Thakur is saying, may I become free from the worldly desires. May I be absorbed in chanting and remembering fully, and my external life is just going on by itself. And in that state, then I will approach the moment of death. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о том, когда же я оставлю все мои материальные желания и, будучи полностью погруженным, я встречу момент своей смерти. Then there will be the transfer. И тогда случится такой переход. The material world to the spiritual world. Из материального мира в духовный. But one has to be internally already attached to that plane. Но внутренний человек уже должен себе взрастить это чувство привязанности к духовному миру. So then he's saying, Bhakti Vinoda Eyasi Koi Bosya Godruma Bahane. This Bhaktivinoda Thakur is residing in the forest of Godrum with these very strong desires. Дальше он говорит, этот Бхактивинода Тхакур пребывает в лесу Годрума и имеет сильнейшее желание. Prabhu Kripa Lage Vyakul Antare Sadakande Sangopane. Antare means my heart is vyakul, restless in great anxiety. When will I receive the mercy of Chaitanya Mahaprabhu? Антра означает мое сердце, оно переполняется вьякул, сильнейшим желанием. Когда же я сумею получить милость Шри Чайтанья Махапрабху? Садакандэ сангопане. And sada means always, kande means weeping. Сада означает всегда, kande означает плача. Сангопане means пане. Secretly hidden. Сангопана означает секретно, в уединенном месте, тайком. So this is very important. Это очень важно. In the 11th canto of Srimad Bhagavatam, Sri Krishna describes that the devotee should have a very cheerful disposition. В 11th песне Шримад Бхагаватам Шри Кришна говорит, что преданный должен быть очень радостно настроенным. Very pleasant and amicable. Дружелюбным должен быть, что он должен быть таким располагающим к себе. But here Srila Bhaktivinoda Thakur is saying, Sadat Kandey Sangopane. I will always be weeping inside, but not show it on the outside. Но здесь Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что о своих сокрытых эмоциях. Он говорит, я всегда буду плакать внутренне, но снаружи я не буду являть эти эмоции. Like Rupa Goswami, Udgate Ami, Katara Jolita Katuram. Oh, now I will. In his poem, he said, "I will open my heart and show the scars which have been burnt by the tears I am crying, hot tears I am weeping inside." И как Шрила Рупа Госвами говорит, что сейчас я открою свое сердце, открою свою грудь и покажу свое сердце, в котором остались глубокие шрамы от тех горячих слез, которые я проливал. Слез любви. So, don't make a show of bhajan. Поэтому не надо показушным бхаджаном заниматься. If you are going around with a very sad face always. Если вы с таким грустным лицом ходите.
Just look how I'm suffering in separation from Krishna. Посмотрите, как я в разлуке с Кришной страдаю. You guide animation, but moment is like a million of years. Один момент как миллион лет. This is the only pretense. Это притворство. One who is doing bhajan, actually the separation is a kind of joy. Потому что тот, кто совершает баджан, он знает, что разлука, она является одной из апостасий радости. So outwardly the devotee should be very pleasant and amicable with everyone, but always weeping in the heart. Поэтому внешне преданный должен быть дружелюбным, располагающим, но внутри он должен всегда плакать.